Привет, друзья! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта «Конъюнктура.ру» и «Докторшилов.ком». Продолжаю тему о побегу. Предыдущие видео вы можете посмотреть на моем же канале здесь. Знаете, что хочу сказать? Вот могу заметить, что по стадиону бегает довольно много людей. То есть тренд на бег он достаточно большой. И по парку тоже. Но я хожу бегать каждый день, а людей я все время вижу разных. Это говорит о том, что многие, начав бегать, какое-то время занимаются, а потом просто бросают все это дело. И все, и на этом все заканчивается. Надолго их не хватает. И знаете, что я могу посоветовать? Не надо просто все пытаться сделать за раз. Начали заниматься бегом. Не старайтесь ходить заниматься каждый день. Выработайте такую политику. Например, заниматься через день или 3 тренировки за неделю. И все нормально будет. Так будет намного легче подойти к тому, чтобы заниматься каждый день.